Что ты нашел? Следы. Но не олени. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Что ты там делаешь? На охоту в эту сторону. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Медленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец.
Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого! Иди. Ого! Что такое? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Нет! Ты не готов! Назад! Что с этим делом? Он взорвался! Нет! Ты не готов! Назад! Thank you.
они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой. Край не сорвись. Что? Волки. Они не со зла. Они есть хотели. Да, это наверняка. Он не может это использовать. Мы можем. Ugh.
пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Сила!
Я почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллем. Я знаю, просто... Да, отец. Это что-то необычное. Ворота должны открываться. Сын, сюда. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся?
Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал! Хорошо. Он еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Я не могу. Сын, посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя! Я доказал тебе!
Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Я готов! Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. Все никак не откроешь двери? Тихо. Изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли.
Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить.
предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь я... Какое жестокое разочарование! Давай же! То, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Oh!
времени! Скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. Ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Победи!
Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого! Что тут случилось?
Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Сможешь его опустить? Вперед! Есть! Сын. Да. Хорошая идея! Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но
Вон там, в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Ниста! Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Наверху! Да!
Сын, сюда. Ладно. Поселение...